please welcome the undefeated Kostya Zoo. Майк Тайсон бил только так. Не шпага даже, а лоб перед тобой стоит. Вот на пол, он очень нехороший. Все просто, да, Константин? Все просто. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Body Money. Меня зовут Артем Тарасов. И вы не поверите своим глазам. Я сам, мне тоже тяжело в это поверить. Рядом стоит абсолютный чемпион мира Константин Зюб. Это легенда бокса. Вообще, не я бы никогда в жизни бы не подумал, что вообще буду с этим человеком стоять рядом. А сегодня мы с ним проведем небольшую тренировочку. Напомню, что у меня 2 февраля бой. И сегодня Константин Зюб покажет какие-то боксерские хитрые тонкости, которые удивят моего соперника. Ну, я надеюсь на это. Однозначно удивят. Потому что он не ожидает, и он наверняка не знает, что мы здесь сегодня с тобой вместе. В эту сторону, сюда, прямой. Да. Вот сюда, побыстрее, вот сюда. Почему я назвал свою программу «Шахматы бокса»? Я вот сейчас посмотрел твои определенные действия. На них заметил несколько контрдействий со своей стороны. Для того, чтобы как тебе реагировать на них. Вот ты делаешь... Вот мы начали с прямого, да? Простой прямой, да? Ты делаешь уклон, прямой удар. Следующий удар движения ты можешь делать еще один уклон и левый боковой. Ты делаешь уклон, а потом наносишь кросс свой. Потом ты можешь наносить кросс. Вот эти, смотри, уклон кроссом таким. Более коротким попробуй сделать. Давай. Уклон. Не, все правильно, просто ты уже сделал шаг, ты находишься здесь и просто наносишь таким кроссом. Длиннейший удар делай. Длиннейший, да. Ага. Без закрутки. Ага. Вот ты уже не пошел по кругу, а ближе, да. Сейчас делаешь уклон после этого и левый боковой. Уклон. Да еще? Да. Ты не делаешь блок, а ты делаешь уклон и делаешь боковой потом. Ты сделал давление на своего соперника просто тем, что ты остался в этом же месте. Если нужно, если я пошел на тебя, ты можешь сделать шаг назад, если это нужно. Но ты приучаешь его быть в напряжении. Вот мы, например, боксируем с тобой, да? Чисто так. Вот я нахожусь с тобой, ты сделал шаг назад, а я к тебе. И это не обязательно еще та дистанция, где ударная. Наверное, давление на тебя. Это давление сразу мешает. Я боюсь, как раз боюсь, когда идти вперед, не шаг назад. А вот ты как раз вот сделал сейчас. А это приучается вот то, что ты сейчас сделал. Еще очень хороший удар в этот момент. Это вот сюда, правый прямой. Правый снизу. Снизу. Да. Более не такое, чуть-чуть больше снизу. Угу. Ты идешь вот такой амплитуде, немножко вот сюда, на меня. Да, да. И левый боковой. Короче. Правый такой же. После этого еще правый, у тебя получается. Раз, два, три. Прямой? Он тоже за счет того, что ты первый идешь в стойку, стой, идешь под руку. Угу. Такие вот.
Да. Не прыгай, стой. Уклон еще раз правой. В этой дистанции удар снизу, вот сюда, да. Смотри, твоя задача локоть сделать, вкрутить как бы. Вот сейчас, смотри, видишь у нас руки как? Тебе, чтобы пройти, тебе нужно вот как раз закрутить его сюда. А сейчас сюда и сюда. Раз. Нет, это одной рукой. Раз. Да, смотри. Ответ. Я такой, тудун. Вот сейчас хорошо было. Вот, вот это вот, что такое, сокращение дистанции. Сразу, да, какое-то было неприятное? Неприятно. Вообще, когда Костя идет подходит ко мне, в любом случае, это неприятно. Неожиданно так. Тем более в боксерских перчатках. Мы сейчас делаем обманное действие. Мы приучаем соперника к одному действию. И начало делаем то же самое, а меняем середину, и у нас получается неожиданность определенная. В этом получается, вот мы первым то, что делал, раз. А сейчас ты делаешь джеб, уклон сразу сюда. Или боковой. Не закручивайся. Ага, на месте, да? Ну, ты когда закручиваешь, ты уходишь в сторону. Тебе нужно на меня передавить. Да. А сейчас уход назад. Уход назад. Да. Вот с этого начинается. Первый чисто джеб. Просто джеб. Да. Сейчас удар вот сюда. Жесткий. Чтобы он жестким был, прежде всего, тебе нужно... Рука, чтобы была параллельно полу. Любой изгиб, она с разложением силы немножко происходит. Да, она будет четко параллельно, да? Да, да. И вот я жестче, вот сюда. Пробивай. Ага. Очень неприятный удар. Очень неприятный удар. Он, во-первых, его легче пробить, чем в голову. Потому что голова ушла, а тело очень сложно убрать. И имеет очень, очень хороший эффект. Как говорил один мой тренер знакомый, если тебя пробили в голову, ты упал в нокаут. Если тебя пробили в корпус, ты еще крутишься минут 10. Не ложишься приятнее, спать. Приятнее. Вот чисто вот мы работаем, чисто удар вот пробивается. Определенным толчком, но он жестким. Он удар идет. Вот так, да. Да. Причем можно делать как под руку, под уклон. Причем под уклон в эту сторону тоже. Вот попробуй вот этот удар сделать одновременно уклон и одновременно удар. Ты делаешь удар, потом уклон. Одновременно, да. Вот у тебя удар. Да. И в эту сторону то же самое. Да. Смещение тела. Вы говорите про удары в корпус. Я понимаю, что это круто. Вот что это работает. Да. Но, знаете, мне вот немножко страшно наносить эти удары в корпус, потому что я боюсь остаться открытым, да, ну это я думаю, что это нормально, так как я не боксер. То есть во время удара в корпус я и почему не бью их, ну, очень редко, потому что мне кажется, что я как-то открываюсь и стою более уязвимым. Ты, если ты находишься в той дистанции, ты наносишь удар и остаешься в той же дистанции. Мы в боевой ситуации, да, находимся. Ты просто пробиваешь и остаешься в том же. Не приближаешься. Момент, я на тебя пошел танком. Ты остаешься, и ты просто наносишь вот этот удар. Вот. Жестче. Сделай так, как будто это шпага. Не шпага даже, а лом перед тобой стоит. Вот на пол. Вот. Ничего не нормально, нормально. Да. Жестче. У тебя вниз удар. Легко блокировать вниз. Тебе почему я говорю, что он должен быть параллельно? Чтобы. Вот смотри, давай, бей. Чтобы у меня вот этого движения не было. Чтобы. Это с другой стороны тогда уже. Я знаю, да. Жестче. И вернись, побыстрее вернись. Два-три раза пропускает удар. Что происходит в момент, во время, когда ты находишься здесь? У тебя правая рука начинает опускаться. Ты делаешь обманное движение, бьешь левой боковой. Показываешь, да. Да, давай. Наноси удар, да. Не, да. Не скачковым. Просто, да? Да. Я должен поверить, что ты это наносишь. Ага. А для этого первые удары должны быть жесткие. Ага.
Ага. Обманная. Угу. Обман. Все нормально. Если мы в стойке находимся, мне не хочется пропускать удар. Мне рука немножко блокируется. Это может быть как под переднюю руку, так и под заднюю руку. Близкая дистанция опять. Вот этот удар очень эффективный, очень работает. Да, если я сделал, подходит. Он тебя, он уже вот тебя обнял. Вот в этом месте даже ты находишься. Ты определенная, вот за счет вот этого. Главное, тебе нужно войти в этот коридор. Вот коридор. Вот, вот как только... Вот, вот у тебя сейчас преимущество, потому что ты вошел вовнутрь. Не, у нас-то можно все, по ММА. Да. А вот вообще вы вот наблюдаете, ну, понятное дело, за боями по ММА. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну вот смотрели бой Хабиба и Конора. Да. Да. Вот смотрите, Конор Макгрегор, это считается как лучший ударник в мире. Неплохой ударник. Вот, да. Но в целом его Хабиб положил, ну, его отправил в нокдаун. То есть это первый человек в мире из борцовской школы, кто вообще отправил Конора Макгрегора в нокдаун. Вот, и как вы думаете, почему это произошло? Удара сейчас не помню. А он, помните, боковой такой, вот, говорит, это как раз то ли полукросс, то ли залипуха такая. Тут левша, да, Макгрегор тоже в левше, да, стоит. Да, Макгрегор левша. То есть, вот у меня теория такая, то что чистый бокс, да, немножко он, вот, когда начинаются вот эти смешанные бои, он не совсем по-другому должен чуть работать. Потому что, как, знаете, ну, к чему я веду? Не чисто классика. Что, да, к чему я веду, да, там, и хочешь получить травму, станешь новичком. То же самое, мне кажется, произошло вот в бою Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, потому что вот когда он упал, вот вы что думаете по этому поводу? Вот он там реально балл, такой нокдаун хороший. Хороший балл. Вот. То есть я бы не сказал, что там Хабиб супер ударник, ну, и в принципе... Надо с ним тоже поработать. Просто хорошо попал. Просто, я не скажу, что повезло, это не повезло, но я думаю, они готовились специально для этому, именно к этому определенной комбинации. Я не разбирал это, знаешь, когда разбираешь бой по... Ну, понятно, да. По секундам. В принципе, вот, вот сейчас очень много людей занимается ММА, кто очень интересует. Вот, что бы вы посоветовали, да, начинающим бойцам, борцам, я не знаю, в плане вот бокса, что нужно, самое нужное, что из бокса бы взять, вот и прям... Бойцам? Да, первый момент к себе прилепить. Понятное дело, что бокс – это целый классический вид спорта, который веками можно учиться, ничему не научиться, да, и учиться всю жизнь. Но вот основу, пару трюком. Передняя рука, обманное действие. Если вот это обманное действие научится, вот это, даже вот это движение. Я обманул сюда, а потом сюда пришел удар. Многие, вот, если смотреть бои, тоже вот, любят борцы, я тоже очень люблю, вот, все вот эти боковые удары. Вот, что вообще про них скажете? Я не сторонник боковых ударов. А? Ну, во-первых, вот смотри, вот мы находимся в стойке, ты наносишь боковой удар. Во-первых, я тебе. Смотри. Момент очень сильно открывается. В боксе я не рекомендую людям, я не учу в своей школе боковой с дальней руки. Левый боковой, да, передняя рука это боковой, она за счет обманного движения, все это. Но с дальней руки, как бы ты ни хотел, ты открываешься. Если хорошие стойки и чисто пробиваешь, нету. Это на контрдействие очень легко использовать. Поэтому боковой удар нет. Кросс – это другое дело. Я уже ребятам говорил сегодня. Кросс – это не то. Это все-таки это быстрый удар. Да. С дистанции, с короткой дистанции, когда ты находишься в этой дистанции, боковой удар теоретически тоже возможен. Это немножко другая техника. Это удар, вот, чисто боковой удар. Все равно лучше снизу удары. Снизу прямые удары. Поэтому боковой с дальней руки – no. Блин, все борцы так любят эти боковые, потому что да, у нас все просто бах, динь-динь. А легко руку сломать? Ну, конечно. Палец сломать? Конечно, это понятно. Еще момент, который хотел бы показать. При боковом ударе только вот таким образом бью. Не так. Стаканом? Стаканом не бью. Это у меня знакомый просто был в Америке. Их там учат там? Всех учат вот именно вот так. Только так. А почему? То есть вот так. Чисто математика. Да? Вот смотри. Удар должен идти, сильный удар, когда прямая линия. Да. Изгиба нету. Да. Вот попробую сделать так, чтобы при кружке вот в этом месте не было изгиба. Ну да, при бокового. Он есть. Вот. Вот я чуть-чуть, я уже загнул. Угу. Вот самый удар. Угу. Дальше уже невозможно. Все. То есть вот так надо, да? На, черепушку.
Майк Тайсон бил только так. Но он короткий. И он не бил боковые удары с длинные. Он бил только с короткой дистанции. Вот на уровне, вот с этой дистанции. Я же в Австралии много лет прожил. И схожие техники меня обучали таким же образом. Начали обучать. Какое-то время начал бить, и у меня перестали падать. Падать люди, да? Да. Люди перестали падать почему-то. Печально. Печально, да. Я вернулся к своей технике, и все вернулось на круги своя. Ну что, легенда бокса на вашем любимом канале Костя Дзю. У меня до сих пор мурашки по коже идут, потому что я на самом деле в шоке. Константин, большое вам спасибо. Это было очень круто. Я для себя взял много нового. Подписывайтесь на наши каналы, на канал Костя Дзю, Инстаграм. Ищите в Инстаграме. В общем, будем манием. Костя Дзю, Артем Тарасов. Мы делаем вещи.